Чистцовский полигон начал работу в 1974 году. С тех пор здесь накопилось 3,5 миллиона кубических метров мусора. Полигон стал болевой точкой для экологии Одинцовского округа и был закрыт по поручению губернатора несколько лет назад. Сейчас здесь проходит рекультивация. Из федерального и областного бюджета на эту работу выделено 2,9 миллиарда рублей, там большие деньги, которые позволят полностью рекультивировать этот полигон и возможно, в дальнейшем мы его еще будем использовать как небольшой горнолыжный, так скажем, курорт. Перед началом рекультивации у местных жителей были опасения, что работы спровоцируют выброс газа и специфический запах. Но этого удалось избежать. Более того, в течение ближайших 80 дней на полигоне появится специальная лаборатория, которая регулярно будет делать пробы воздуха и выдавать данные в общем доступе. Также будут установлены веб-камеры, которые обеспечат трансляцию в онлайн-режиме, чтобы у жителей была стопроцентная уверенность в том, что мусор на полигон больше не завозят. Это последний крупный полигон в Одинцовском округе. И отрадно, что вот мы осенью собирались, когда подрядчик сюда заходил, да, и смотрели планы. Все идет по графику, несмотря вот на зиму, на морозы, на пандемию. Сбоев нет, да, есть как бы... Ну, подрядчик сообщает о том, что эти работы даже будут досрочно осуществлены. Рекультивация проводится с учетом мнений граждан. По завершении инспекции на полигоне прошло совещание с участием инициативной группы, сформированной по просьбе местных жителей. Одинцовские депутаты от «Единой России» держат на контроле ход работ на полигоне в рамках партийного проекта «Чистая страна». Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».